Заключенные женской колонии номер 5 в Челябинске увлекаются чтением. Сотрудники медиахолдинга ОТВ присоединились к акции публичной библиотеки и собрали для осужденных книги более 700 экземпляров. Здесь художественная, научная, образовательная литература, романы, детективы, своды законов и энциклопедии. Есть книги по истории религии и о защитниках Отечества. Мы собрали книги для того, чтобы передать их в женскую колонию, потому что знаем, что там всегда нехватка, чтобы люди читали, чтобы образовывались. Книги собирали неделю. Все издания мы доставили в публичную библиотеку. Особую ценность представляют краеведческие издания. Их даже решено оставить в библиотеке насовсем для общего пользования жителей города. Но большую часть книг передадут в женскую колонию номер 5 в Металлургическом районе, за исключением фантастики. В исправительном учреждении считают, что она вызывает агрессию. Поэтому такая литература под запретом. Добавлю, что часть изданий передадут в дома-интернаты для инвалидов и престарелых. Для нас это большая помощь в нашей работе. Мы на сегодня очень много работаем на выездах. Мы выезжаем в дома-интернаты для престарелых, для детей-инвалидов. А мы выезжаем в колонии, потому что сегодня наша помощь востребована. Мы везем литературу, которую сегодня нужно читать.